Уважаемые судьи, сейчас от ваших слов зависит судьба этих ребят. Нагима Ханом, с вас начнем. Я не представляю вас завтра, что вы не будете со мной. Я приду в класс и не увижу того куража, который вы даете мне, заряжаете своей энергией. Ваш голос. Вы лучшие. Я горжусь вами. Ваш голос за куража. Гимнас, вам слово. Я думаю, все было слышно всем. Я отдаю свой голос Адельхану. Я на эмоциях даже не сказала, за кого. За кураж, конечно же. Нурберген, вы решаете, кто остается в проекте. Наложиться не... Тишина. Непростая задача, которая ложится сейчас на меня, усугубляется тем, что, возможно, мое решение будет истолковано разными сторонами, как некое подобие мести. Сразу хочу сказать, что это не так, потому что я одинаково уважительно отношусь в кураже и к Адельхану, потому что я считаю, что вы состоявшиеся исполнители, и последняя песня «Спасение» доказала то, что вы уже готовы. Исполнители. Сцена вас любит, вы любите сцену, вас любят зрители. Пацаны, вы, я обращаюсь к группе «Кураже», вы... Вот как бы я к вам и относился, да, возможно, у вас было такое мнение, что я вас там недолюбил когда-то. Но я думаю, что вот у вас есть очень, очень хорошая, очень... четкое, определенное будущее как исполнители, несмотря ни на что, неважно, какое решение я вынесу, положительно или отрицательно. Адельхан, у меня всегда есть какие-то сомнения по шероховатости того или иного музыканта, но к тебе всегда было очень мало, потому что я тебя прощал за то, что ты можешь голосом вытворять то, что, возможно, не подвластно многим другим конкурсантам. Просто не всегда тебе это удается, возможно, не всегда тебе дается возможность обрисовать свой талант. Несмотря на хорошее отношение к вам обоим, мне нужно сделать паузу и подумать, потому что мне, правда, поймите, мне очень реально тяжело сделать выбор между вами. Тишина. Кого вы оставляете в проекте? Подумайте. Я принял решение. Тишина. Я оставляю в проекте Адельхана Макина.